В Приморском крае в результате съезда с дороги пассажирского автобуса двое человек погибли, 29 травмированы. ДТП произошло 16 октября на 73-м километре автодороги Раздольная-Хасан Хасанского района. По предварительной информации, 50-летний водитель превысил безопасную скорость движения на участке автодороги с ограничением скорости в 50 км в час, потерял управление и допустил съезд автобуса с проезжей части в кювет. Погибшие пассажирки – жительницы Владивостока. В числе пострадавших пассажиров в возрасте от 16 до 88 лет – жители регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе Амурской и Сахалинской областей, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев. 29 из них госпитализированы. По результатам освидетельствования состояние алкогольного опьянения у водителя не установлено. В ходе обследования улично-дорожной сети на месте ДТП инспекторами дорожного надзора ГИБДД установлено, что автоавария произошла в светлое время суток на участке с сухим асфальтовым покрытием, без видимых повреждений. Следственными органами возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса.